Серебряный медалист, заслуженный мастер спорта Ахмед Чикаев. Ахмед, очень осторожно прошел и ваш финал, и 57 финал. Чем ты это объясняешь? Чем объясним? Мы друг друга очень хорошо знаем. Мы не первый раз уже боролись друг с другом. Ну, видите, сегодня чуть не пошла. Он был где-то моментом, наверное, был получше. Чем я его поздравляю. Сегодня он был сильно. Сам по себе чемпионат, он какой-то необычный для вас или нет? Необычен тем, что уже сколько раз, уже как бы, на какие неопределенные сроки, все время, как бы, то апрель, то май, то июнь, не было какой-то определенности. Вроде бы все время готовились, как бы тренировались, ну, план такой, прям такой подготовки не было из-за пандемии. Ну, все были в равных условиях. Не могу сказать, что я плохо подготовился, кто-то лучше подготовился. Но это спорт. Сегодня чуть не пошла у меня. Ну, это в финале. В принципе, до финала ты достаточно ярко боролся. Просто в финале вы, ну, прям боялись, что называется, каждый ошибиться. Ну, как бы это все-таки финал. Большая ответственность. И как бы оба как осторожничали. Не было таких технических действий тоже у нас. Я же, опять-таки повторюсь, это мы не первый раз друг с другом боремся и как бы знаем, что как, чем даже дышит, и такая борьба получается. Скажи, пожалуйста, вот эти полгода, ну, вы все были в ограниченных сессионных обстоятельствах. Как ты жил, как ты тренировался? Ну, как и все такие домашние условия в начале. Поначалу-то вообще было тяжело, потому что никуда не выходили, как бы в домашних условиях, там в саду, кто там как-то чем-то работали. Ну, потом уже, когда дали возможность, уже начали работать, на сборы ездить. Но все равно такой, прям такой план подготовки, я думаю, ни у кого не было. Потому что такой период времени, не то что тренироваться, бороться люди, даже порой боятся выходить на улицу даже. Слушай, многие соревнования, даже футбол сейчас проходит без зрителей. Как ты считаешь, это вообще приемлемо для спорта? Не убьет ли это вообще большой спорт? Ну, как сказать, определенное количество людей здесь было. Но если вообще без зрителей было бы, это вообще, ну, никакого как бы так интереса там, я думаю, не было бы. Потому что как бы учебно-тренировочные схватки проводили без зрителей. Никаких эмоций, ничего такого не было, я думаю. Ну что ж, пожелаем, чтобы эта зараза побыстрее сгинула, а тебе лучше подготовиться и ярче бороться. Спасибо. Удачи.